Всем привет! Вы на моем канале. И сегодня я вам расскажу, как приготовить вкусный низкокалорийный салат. Его полюбят все, не только члены семьи, которые на диете. Итак, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобится капуста, крабовые палочки, половинка длинного огурца. Ну, можно маленький, я просто взяла половинку, потому что слишком много, он будет жидким, может дать сок. Половинка красного лука, баночка кукурузы, сметана. Сметана может быть любой. Если вы не худеете, то можно заправить майонезом. И для вкуса я добавляю смесь перцев, ну и соль, соответственно. Ну что, приступим к приготовлению? Я делаю вот такими квадратиками, меленькими, чтобы они были не крупные. Затем красный лук. Я его нарезаю тоненькими-тоненькими полукольцами. Нашинковываем капусту. Вообще это можно сделать вручную, но у меня вот такой вот помощник в этом деле есть. Сюда же шинкуем огурчик. Вот такими полосочками он у меня получается. В принципе, вы также можете его просто порезать ножом. Мне больше нравится, когда он прям тоненький-тоненький, такой же, как капуста. Так, капусту с огурцом мы соединили. Теперь нам нужно хорошенечко помять, чтобы капуста и огурец дали сок и стали более мягкими. Прям вот так вот жамкаем руками. Можно даже помять толкушкой немножко, чтобы было более мягкие ингредиенты у нас стали. Соединяем все ингредиенты. Добавляем крабовые палочки, наш красный лучок, кукурузку, солим, перчим, хорошенечко перемешиваем, и наш салат готов. Ну что, проба пера, вот наш салатик. Сейчас я скажу, что у нас получилось. Безумно вкусно и очень-очень полезно. Так что готовьте мой салат, выставляйте в сторис в Инстаграм, отмечайте меня. Мне будет очень приятно то, что вы смотрите, готовите по моим рецептам. И всем пока-пока!